Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте, с вами вновь я, Костян, Виктор Костяныч. Коротко о погоде. Минус 29 градусов. Давление 777 миллиметров. Влажность 77%. Долгота дня 3 часа 58 минут. Едем на рыбалку. То, друзья, начнем. Начнем сегодняшнюю проверку. Сегодня Виктор у нас с авторской дубиной. Вот такая крутая штука. Петр Некрасов, думаю, увидит свой подарок. Он все мечтал, когда он появится на Енисее. Жалко, конечно. Но, думаю, налимы оценят. Так, что нам надо сделать? Снять надо рукавицы. И одеть перчатки, да? Перчатки-то я не одел. Да сегодня у нас опять хиусок. Неприятный. Да, Витя? Ну, мы, как обычно, на реке. Хотя вчера маленько праздничный ужин шатнул. Повлиял чуть-чуть на здоровье. Ну да ладно. Не об этом мы. Мы сегодня по прогнозу, который, блин, прям в 5 семерок вышел. Да, о, и даже ворон летит к нам. Смотри, что. Красавчик. Жди маленько. Видимо, сегодня его никто не кормит. Хотя это пикнуло. А? Что-то два раза пикнуло. Где пикнуло? Ну, либо там, либо тут. Все, друзья, поехали. Поехали смотреть, что у нас там сегодня. Пять семерок. Интересно, счастливое число или не очень? Скорее всего, надо было шесть. Шесть надо было? Наверное. Но три семерки есть, значит, это все хорошо. Если бы было три шестерки, ё-моё, что это посплывало. Это не вряд ли. Что навряд ли? По-хорошему. Хотя... Так, уберем сейчас все это по красоте. Это... Единственный минус зимы, да? Шуга. Все, поехали. Как обычно. Что-то пошло не так. О! О! Морды лица. Ты, только ему прям вот сюда. Он там сейчас к себе прилепит твой крюк. Сегодня, Витя, я думаю, немного будет налима. Перемет у нас не стянут. Видишь, как эта дубина работает хорошо. О, смотри, что. Уже успел бай-бай сделать. Шевелится вроде. Шевелится? Ну да, должен шевелиться. Ага. Есть маленько жизни в нем. О, смотри, что, еще один, что ли? Нет, живой. Ну, уже такой, кое-как. Еще от этой дубинки они сразу улыбаются. Да елки-палки. И что, смотри, вялые. Видать,
семерки плохо действуют. О! О! Витя! Банусяра! Ох, хорош налимчик. Килограмм 9. 100%. Вот это у него рожа. Да, рожа. Нифига себе. У нас безмена даже с собой нету. О, по сравнению с этой рожей, смотри. Стой. Сейчас попробуем. Да, нормально. Иди отсюда. Хорошая морда лица попала. Этот подсекся, да? Ага. Ага. Посмотри, Витя, на камеру у меня там. Забрызгалась. Да. А поехали дальше. Да нет, слушай, оно хорошо принимает удары. Хорошо, конечно, там дерево крепкое. Сколько? Главное, по железу им не бить. По лопате там или еще почему. Смотри, что, стандарт налима ты сегодня. Классный. Красивый. Видишь, что? Ох, какая улыбочка. Смотри, что. Мое. Ты прям почти от другого тебя. А? А? Что ты говоришь? Ты прям почти все это плохо сидят. Ага, сидят за краешек. Видишь, что, с первого раза уговаривается. Держи. О, смотри, выплюнул. Нормально, все равно маленький был. На лосово там много, и все равно не надо. Да. Йорк-то мы. Все, Витя, на этом все. Ну слушай, по качеству-то сегодня, блин. Красотень. Мама, не горюй. Да и что? Количество десяток, считай. Прям отлично. А он с краю сидит. Шикарные налимы. Красавчики. Опа. Витя, подожди. Убери его оттуда пока. Этот куда? Эча, ворону сегодня ёршиков вон куча целая. Я типа эволюцию будем выстраивать. Да, стандарт сегодня прям хороший. Ну, мелочи вообще нет. Опа. Так. Опа. Слушай, дырочка у нас тут совсем маленькая стала. Чувствую, что скоро его снимут. А, столько это. Погода потеплеет. Более-менее. Все, перемет снимем.
и поедем рыбачить другую рыбу. Мормыш. А? Мормыш. Посмотрим, что эта удочка нам даст. Ну, оттяг есть, Витя. Я тебе сразу скажу, оттягивает. Прям дергает вон груз. Груз его видал, да? Да. Прям груз дергает. О, видишь, сидит. Что-то у него спина какой-то белый. Ну, я тебе говорю, белый. Именно спина видал, да? Давай, давай. Я уже там другого чувствую. О, более менечный. Опа! Знаете, что? Под пятерик. Да. Кстати, мы решили все-таки приехать домой и взвешать сегодня трофейного налима ради спортивного интереса. Что-то ты, Витя, его не пробил. О. Посмотрим, сколько он весит. Наш сегодняшний бонус. Ой, дремлет. Дрем в дреме. Стрящий динозавр? Да, спит. А, живой еще. Живой еще. Ну, уже почти на это, на грани юмора. Посмотри, что, ёршик-живчик. Ага, он уже все готовый. Готовился. Готовился, бай-бай. О, ё-моё, у нас опять тут трофей. Казус такой вот. Ещё. Дёрнулся? Не. В сторонку его. Сегодня все равно котов кормить, собак. О, смотри, что этого может сейчас вернем обратно. Не зли его. Давай. Опа. Китик-этик. Сегодня, ага, у них праздничные прогулки у некоторых есть. Обратно. Все. На этом у нас все. Это что у нас? Опять было 5, да, налимов? Да. Еще. Опять в свой стандарт перемет встал. А. И что, рот не открыл. Лишний вес на себя приклеил. Опа. Увелиха уже в носу снег. Да ты что? Придел. Так, ходи сюда. Жабры уже белеют прям. Как это? Отдельно у нас пойдет. Слушай, ну он на пятерик. Это я. Кто? На пятерик, конечно. Стабильно. Не надо не доверять моему этому глазомеру. Вот и все, друзья, очередная серия сериала «Черная дыра» подошла к концу. С вами, как обычно, был я, Костян, Виктор Костяныч, налимяки-улыбаки. Всем ни хвоста, ни чешуи на ваших водоемах. И до встречи на реке, друзья. Пускай вам повезет больше, чем нам сегодня. Так, сейчас, друзья, посмотрим, что у нас тут по трофею вышло. Как в попу глядел.
9,5. А, я сказал, что понял. Кто еще не доверяет моему глазомеру? Фу. Хороший трофейчик. Да? Ну, теперь осталось реализовать. Сегодня это будет очень трудно после праздничного дня. Птичка, наверное. Птичка? А? Ага. Две, три. Птички — это хорошо.